Давайте вот поговорим примерно о том, вот восхождение на Эверест, вот на гору на Эверест. Каждый раз ты понимаешь, что это самая высокая точка, да, то есть это пик, это лучший пик, да, самый высокий пик. В третий раз вот ты поднимаешься на этот пик. Ты же осознаешь, что это очень тяжело. Что это очень непросто. Что это постоянная борьба. Two, one, switch. Let's go. Это каждая секунда, каждый раунд, это страшная борьба. Просто где-то ты идешь быстрее, где-то ты идешь тяжелее. Ты пытаешься дойти до пика, да, то есть твоя задача дойти. Oh.